Ахмат Исаевич, директор технопарка Чеченского государственного педагогического университета. Сегодня мы провели чемпионат по анатомии среди школьных команд. Не побоюсь этого слова, уникальный чемпионат. Дело в том, что здесь мы провели чемпионат в режиме онлайн, когда наши ребята выполняли задания в специальном приложении «Анатомический атлас Пирогова». Также параллельно с нашими ребятами из нашей республики участие принимали и школьники из Омской области, и в режиме реального времени они внутри приложения выполняли специальные задания, используя различные функции этого приложения. И в режиме реального времени они отправляли свои задания двум коллегиям жюри. Это жюри Чеченского государственного педагогического университета и жюри Омского государственного педагогического университета. И параллельно жюри работало, оценивало задания. Ну, результатами мы удовлетворены. Главный результат заключается в том, что вот эта вся история этого чемпионата, она масштабируема. И точно весной мы проведем более масштабный чемпионат. Будем приглашать команды из других образовательных организаций Грозного и республики, и также других регионов, и над этим мы будем работать. А победителей и призеров поздравляем. Сегодня был чудесный день. Я очень рада, что посетила данное мероприятие. Спасибо большое организаторам и другим участникам за положительные эмоции. Мне очень-очень-очень-очень понравилось участвовать. Это был такой потрясающий чемпионат, который подарил эмоции, впечатления. Я хотела бы прийти сюда еще раз, если бы мне, конечно, разрешили.